Вот так сегодня выглядит Вислая печать, принадлежавшая киевскому князю Изяславу. По историческим данным, у монарха их было пять. Две найдены в Полоцке при раскопках, одна в Витебске и в Пинске. В столице Полесья ее обнаружили во время строительных работ на улице Базарной, на территории древнего детинца. Долгое время загадкой для археологов оставались письмена, их не могли расшифровать. Печать направили из Пинска в Эрмитаж. Ученые установили, что мужское изображение на экспонате принадлежит святому Димитрию, именем которого нарекли при крещении князя Изяслава. Дело в том, что в столице Полесья в 1555 году возвели замковую соборную церковь, названную в его честь. Вот поэтому Вислую печать обнаружили именно в Пинске. Пинскую печать князя Изяслава по внешнему виду датируют XI веком. Такими удостоверяющими знаками снабжали церковные документы. Экспонат уникальный. Всего в Беларуси в музеях 4 печати. Одна из них находится в Пинске.